Сталь взяло за основу в своей программе геббельсовские слоганы об устройстве фашистской партии Германии. Только заменили слово «Германия» «Россия» и опубликовались дуру. Теперь по интернету ходит подстрочник, как это было у Геббельса, и как у нашего движения «Сталь», которое является подразделением молодой гвардии, которое все является там нашими, не нашими. Но одним словом, Сурков творит чудеса. Поэтому твой папа фашист. Не говори мне, что он любит свободу, я верю.